Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Около 200 человек искупались в московских водоемах в новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе ГОЧС и ПБ, около 19 тысяч человек находились в зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водоемах с 1 по 8 января. По данным специалистов, из них почти 200 людей купались, а около 1000 человек рыбачили. В ведомстве отметили, что с начала новогодних каникул во время происшествий на московских водоемах были спасены 2 человека. На этом пока все. Больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!